Добро пожаловать на познавательный канал «Самый-самый». Кликай на логотип, подписывайся, будет интересно. Барселона – тихий огонек моей души. Каждый, кто хоть раз видел Барселону в глянцевых журналах или по туристическим буклетам, наверняка запомнил ее примерно такой. Или такой во время матчей Лиги Чемпионов. Но есть и другой, адаптированный для местных вариант – район Ламина. О нем мы поговорим далее. Панельное строительство не обошло стороной даже такой прекрасный город. В 70-е и 80-е Барсу застраивали так, что Гауди вертелся в гробу, словно шаурма в базарный день. И это если посмотреть издалека. Внутри все значительно хуже. Даже родной Мухосранск выглядит чище. Студенты идут на учебу. Реквизит индивидуальный. Под размер жопы. Район Ламина застроен сплошь низкокачественным социальным жильем. А большинство населения составляют андалузские цыгане, некогда обитавшие в трущобах на берегу моря. Типичная панельная коробка Барселоны для любимых европейских мигрантов. Страдает от рассадника весь город. Самая криминальная часть не отделена от остальных рекой или рвом с крокодилами. Так что гангстеры регулярно совершают набеги и ограбления. Детишки, шмотки, все как надо. Похоже, где-то тут живет поставщик для нашего секонд-хенда. Сразу видно, жизнь бьет ключом. Раскладуха для любимых родственников, велик для здоровья. Лавки знатные для любителей пива и семок. Ну и про детей не забыли, конечно. А из моего окна зона, кажется, видна. Площадь имени Большого Лебовски. Ковер задает стиль всему району. Решетки тоже многофункциональные. Могут охранять как от уличной шпаны, так и от жителей квартир. А это стартаперы. Возможно, даже их зовут Стив и Билл. Бизнес-тусовка следующего уровня. Этот чел явно имеет четкий бизнес-план и стратегию на 5 лет. Место приема стеклотары и прочего фасованного мусора. Чуросы – традиционные испанские пончики. Любимое блюдо на бизнес-ланч. Был турист, нет туриста. Что-то явно пошло не так. Скоро и здесь все плиткой заложат, и все будет тип-топ. Кто не согласен, тому в пачку. Ну а мы уезжаем на скромной Мазерати и уплываем. Поделитесь вашими впечатлениями о Барселоне в комментариях. Понравилось видео? Поставьте лайк, поделитесь с друзьями ссылкой и подпишитесь на наш канал. Спасибо, до новых встреч!